А сейчас мы переходим к нашему мейн-карду. К боям с участниками нашей горячей пресс-конференции, которая происходила здесь же. И открывает мейн-карт Эмин Али по прозвищу Ши. Он представляет город Новочеркасск, Ростовская область. Три дня назад он сдавал на черный пояс и первый дан по карате Кёкушинкай. Проходил тяжелейший отбор испытания и сделал это успешно. Также обладатель бонуса за лучший дебют предыдущего турнира. Его вес 70 килограмм, ему 20 лет. Давайте поддержим бойца! Теперь давайте встретим его соперника. Это Алексей Мешков по прозвищу Сушист из города Кисловодска. Боец команды Берзлой, как вы можете слышать. Он уже имеет рекорд 1-0 в нашем промоушене. Его вес 75 килограмм и ему 23 года. Сейчас будет противостояние двух каратистов на нашем турнире, которые решили проверить, кто же из них сильнее по правилам боя на голых кулаках. Эмин бросил вызов еще до первого своего боя Алексею, который посчитал, что ему нужно вначале себя показать. И после бонуса за лучший дебют сейчас здесь состоится это противостояние. Бойцы решили выйти в кимоно, чтобы подчеркнуть стиль. Давай, 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 давай
Понял?
Лёш, Лёша, Лёш, пожалуйста, Джейб, держи, ходи за руку, Джейб. Давайте поддержим бойцов. Очередном кровавом. И бы да, блядь, бонус. Всегда бонус. Есть, будет бонус, ладно. В этом кровавом, зрелищном бою двух каратистов.
Победу одержал Алексей Мешков по прозвищу Сушист.